Здравствуйте! Это прогноз погоды на ТВ. Я Анна Коктышева расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 30 ноября. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, без осадков. Днем минус 14, ночью минус 23. Скорость ветра до 4 метров в секунду. В южных районах малооблачно, без осадков. Днем минус 15, ночью похолодает до минус 22. Порывы ветра 4 метра в секунду. В западной части Бурятии без изменений, солнечно. Днем минус 14, ночью минус 27. Скорость ветра 4 метра в секунду. В Кяхте малооблачно, без осадков. Днем минус 13, ночью минус 22. Порывы ветра до 6 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, без осадков. Днем минус 13, ночью похолодает до минус 21. Порывы ветра до 5 метров в секунду. С вами была Анна Коктышева. До скорых встреч! Гипермаркет «Маяк» – это широкий ассортимент низких цен. Продукты, напитки, хозяйственные товары для дома и дачи, детские игрушки, трикотаж, посуда и мебель. Все, что мы любим, но только дешевле. Например, двухспальное постельное белье меньше 1000 рублей. Здесь всегда выгодные предложения. 1+1. Также у нас очень хорошее обслуживание. То есть мы не грубим, не хамим, мы любим своего покупателя. Низкие цены для всех и всегда. Корабельная 40 и Дорожная 30/1.